диагностика, направление на обследование и качественное лечение. В сентябре прошлого года в Одинцове открыли Центр рассеянного склероза и других нейроиммунологических заболеваний. Здесь применяют инновационные методы для выявления и лечения этого серьезного аутоиммунного заболевания. К нашим услугам все ресурсы Одинцовской областной больницы, благодаря деятельности администрации нашей больницы, нам удалось существенно покрыть весь необходимый спектр оказываемых услуг в сфере дообследования наших пациентов. В частности, МРТ, КТ, электроэнцефалография, нейрофизиологические и иные методы обследования нам доступны. Лабораторная диагностика также осуществляется в наших условиях, силами нашей лаборатории. Мы проводим весь необходимый спектр дообследований, который нужен для правильной постановки диагноза. Неутешительный диагноз – рассеянный склероз – был поставлен Александру 10 лет назад. Ранее ему приходилось ездить в Москву, а теперь все необходимое лечение пациенту оказывают рядом с домом. Я очень рад, что в нашем городе появилось такое отделение рассеянного склероза. Оно очень мне помогает в том плане, то, что здесь работают очень хорошие специалисты. Врач Андрей Владимирович, он всегда мне помогает советами, и вот, как вы видите, делом, лежу под капельницей. Всего в регионе планируют открыть 9 подобных медучреждений. За год работы Одинцовский центр стал очень востребован у людей с этим непростым диагнозом. Проект будет продолжаться. Сейчас у нас на подходе открытие подобного центра в городе Реутов, как раз с восточной стороны Подмосковья, потому что там у нас сейчас пока пробел с точки зрения маршрутизации, но вот я думаю, в ближайшее время его закроем. И останется еще открытие 3 центров. В настоящее время в Одинцовском центре наблюдается 1231 пациент, и их количество постоянно увеличивается. Здесь наблюдаются пациенты не только из Одинцовского округа, но и других муниципалитетов. Екатерина Крамер, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».